сейчас уже обтесывание происходит. Потихонечку по кругу просто ходишь, обчесываешь. Тем более крупных корней, если нет, можно еще подужаться по диаметру. То есть верхняя часть подрезается. И плавно потом переходим уже к нижней. Начинаем как бы под ком лопату врезать, под ком. Формировать именно дно. В конечном итоге должно получиться, что он стоит у тебя на ножке. Практически уже вот готов завалиться. Главное не переусердствовать, просто сильно не зарезать до такого состояния, что он сам завалится. После того, как сформируется уже полностью ком, то есть по максимуму он на пятачке останется стоять, обматываешь в два слоя мешковины. Уголок мешковины подвязывается шпагат и по кругу мешковина притягивается к кому. Начинаем снизу, периодически протягивая, поднимаемся вверх. Вверх, потом опять вниз спустился. Когда уже мешковина плотно примотана шпагатом, заламываем, ком заваливаем на бок. Счищаем, откидываем лишнюю землю. Вырезаем, если есть какие-то корни, идущие вниз. Далее сетка складывается. Русик, покажи сетку, вот как ты ее с одной стороны. То есть сетка копчная, она сминается, как бы в гармошку собирается, вот так вот, с одной стороны. Угу. Вот такой плотный валик. Далее вот этой вот плотной вот колбаской он подсовывается максимально прям далеко туда под комод, насколько она залезет. И вот этот непромотанное место мешковины прокладывается вот дополнительным еще куском, чтобы земля не высыпалась. Все, ком ставится вертикально и сразу же заваливается на противоположную сторону. И вот тут момент такой, то есть тебе нужно достать вот этот смотанный валик из-под сетки, из-под кома, выковырнуть. Вон она торчит. Все. Все поправляется, чтобы было ровно.
все далее ком ставится вертикально. Сетка по периметру выдергивается и одевается на верхнюю часть кома. Просто продергивается. И момент важности того сейчас. То есть утянуть верхнее вот кольцо. Когда уже полностью у тебя кольцо оказалось на верхней части кома, утягивается кольцо. То есть это проволока более толстого сечения. Это... Это ребят подсыпают, просто чтобы он не падал. И все. Далее крючками сейчас будет происходить затяжка. Протяжка по всей площади. Главное сильно не крутить, а то оно лопается. И равномерно, то есть по периметру. По 2-3 оборота буквально там. За 2 ячейки цепляешь и протягиваешь. И сетка равномерно утягивает, усаживается на ком. В принципе, все.